Федоров. Да? По-моему, Федор, так, да. Такое. Блин, ну. Ну, короче, в сериале клуб Настя Дорожный снимался, которого она любила. Брюнет? Да. Да, такой сексуальный, он ее в саранче так берет. Федоров связан, Федоров. Под дождем, ты что, не это лучший момент, мне кажется, да, сексуальный момент, а вообще. А играет там это, как ее, тоже в Инстаграме очень известная девочка. Да. Андреева. А грудь у нее какая красивая, ты не видела? Да, у нее очень красивая. А еще классный момент, когда он ее в чулках прижимает дома, позадирает ей платье, помнишь? Да, и очень, да. Очень, ты сейчас перископ в прямом эфире. Давай, подробности. Что не видел, расскажи. Привет всем. Мы сейчас на самом деле обсуждаем Аулева, фильм «Саранча». Кто смотрел «Саранчу»? Фильм «Саранча» смотрели? Первый вопрос, где дети? Если Саша Зверева появляется в эфире, дети должны где-то рядом бегать обязательно, как-то на заднем фоне маячить. Если детей нет, что-то не в порядке. Со Зверевой какая-то беда. Мне не смотрели. Кто играет... Хорошо, а кто играет главную роль в сериале «Клуб» вот с Настей Здорожной, которого она любила, помните? Даниил Федоров. Петр Федоров, Петр. Да, вот, все, верно. Блин, ты не понимаешь. Какая же ты. Ну, «Саранча» такой очень фильм, да, при детях его нельзя смотреть. Нет, старый. Да. И Паулина Андреева. Паулина Андреева, она в Инстаграме. Она красивая очень, Дима ее любит. У нее Инстаграм классный. Вот, да, мы в Ростове. Сейчас я лохматая уже все, потому что я уже... Все разлохматилось. Дети, вот они. Кто в родом платье, спрашивает меня? Спасибо. Ой. Расскажи, кто ты? Меня зовут Алена, я из Ростова-на-Дону. Радуюсь тут. Расскажи, что у тебя, как у нас национальный фонд в поддержку материнства и детства «Мама, это я». И мы вот организовали встречу Саши, Левушки. Семинар, кстати, был классный. Вот я рекомендую всем, кто еще не был, лично. Я всем рекомендую посетить. Там нереально крутая атмосфера, там куча вкусняшек, еды, подарки. Саша классная. Со всеми фоткается в конце, кому надо. Короче, все оправдано. Да, мы сидим прямо на Дону, опять на набережной. Здесь очень классно. Место называется Пирс. Левушка. Лева, скажи привет. Макар кричит увидеть меня в эфире. Макарушка, привет, я скучаю. Я очень скучаю по тебе. Ты совсем мне не звонишь. Вася звонит, Джулиан звонит, Полина звонит иногда, а Макарка мне не звонит. Спасибо. Тебе нравится этим заниматься, семинарами? Конечно. Что это, да, тут делаю? Ты такая, знаешь, хожу и мучаюсь. Такая, страдаю. Вкусняшки разлетелись с космической скоростью. Здесь было еще больше вкусняшек. В Ростове-на-Дону был сегодня двухъярусный торт огромный. Мамочка испекла. Она прям сама испекла, да? Сама испекла. По доброй воле. Обалдеть. Представляете, вот мамы сами испекают. Рюкзаки есть уже. Уже есть. Пишите нам в WhatsApp. Мы вам вышлем фотки. Вот. Здесь очень классное место. На веранде. А как зовут это? Да, Валей. 1 июля Валей. Да, теперь мои трансляции не удаляются, я знаю. Не удаляют? Удаляются? Не удаляются. Все, перископ сделал, что они... Лев кушает ночью, конечно, лев не просто кушает. Василина, что делает ночью? Ночью лев. Очень много кушает, да. Настоящий мужчина требует еду. Требует женскую грудь. Особенно красота. А вот это строят, расскажите, что это строят на другой стороне? Стадион строят. Это строят стадион для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Вот, так что отчет вам предоставили. Видите, стройка идет. Деньги хорошо. Не воруют. Ну, мы не знаем. Это даже опережают по сроку. Да?
Сколько градусов сейчас в Ростове? 38. Видите, я в майке сижу. Кто, кто? Полина Андреева? Чья она новая парень? Он же женат. Да он же развелся. Да? Да. Короче, видите, мы тут обсуждаем, кто с кем. Мы пос... А? Блин, у меня на голове полная пипи. Давай. Что мы, два. Мы говорим о том, что Федор Бондарчук встречается с Полиной Андреевой. Какое самое яркое воспоминание увезешь из этой поездки? Какое самое яркое воспоминание из этой поездки? Из этой поездки в смысле в Ростов-на-Дону или весь месяц? Прикрыла все руками. Да, ну что мне, если у меня все? Я просто уже буду снимать волосы через два дня, через сколько? Через, короче, в следующий вторник у меня все. Я снимаю полностью нарощенные волосы. И буду делать новый образ каре. Все, мои уже отросли. Весь трип. Самое большое воспоминание. Какое у нас самое большое воспоминание из всей поездки вот этой вот? Что произвело? У меня произвело впечатление, как лев орал в Екатеринбурге. Он орал, наверное, час. Не прекращаю, он прям орал. И вынес мне мозг. Ну, мне на самом деле вот понравилось, как мы с девочкой в Ростове встретились. Я вот реально вижу. Да. Ой, да, встреча в аэропорту, точно. Да, встреча в аэропорту Ростова была очень необычной. Я вообще не поняла, я думала, не меня встречают, клянусь. Да. Я тут вижу, там камеры такие я там. Я иду, как Саша, вроде это... Да, я уже по шарикам поняла. Место по московскому семинару будет встреча в iSoul Club. Вот где у нас был с вами семинар в феврале. Вот, ну ладно, наверное, будем мы уже трапезничать тут, чтобы вам не жевать в камеру. Еще раз еще большой привет Ростову-на-Дону, привет Казани, привет Питеру, привет Перми, привет Екатеринбургу, Москве и привет... Казань, я сказала. И Краснодар, завтра мы с вами встречаемся. Завтра я приезжаю туда. С утра мы на ласточке отправляемся. В 7 утра уже трогаемся в Краснодар. Проведем его завтра денечек. Потом проведем у вас 2 дня на семинарах. И все, и едем уже в Москву. Как ты пляж красишься? Ох, все. Серьги я эти приобрела в Anna Dus Shop. Очень классные, Prada. Они со Сваровски кристаллами, я купила себе 2 пары. Понравился ли мне Ростов? Мне он очень давно уже нравится, я его люблю уже много времени, Ростов. Все, 2 города осталось. Семинар про детишек постарше будет как раз-таки в Москве, пробный. Все, короче, ребятки, меня девчонки ждут, хотят чокаться. Я с вами прощаюсь. Волосы, короче, конечно, наращенные, я же вам говорила много раз. Все, до свидания.